Ивановская Инна Игоревна – мама шестерых детей. Бабушка двух внучек, врач-педиатр, инфекционист высшей категории Российской детской клинической больницы имени Пирогова. На то, чтобы зачитать все заслуги Инны Харьковской, у ведущих ушло несколько минут. Сегодня она целый день принимает подарки и поздравления, в том числе и от администрации города. В честь Дня матери в Химках прошел праздничный концерт. Ребенок, наверное, это эксперимент у всех. И двое сложно. Появляется какое-то противоборство зачастую. Даже очень мудрых родителей не всегда удается обойти эти острые углы. А вот когда их трое, это уже команда. А чем дальше, тем как-то вот легче, наоборот, мне кажется. Поздравить матерей пригласили инструментальный оркестр. Музыканты играли классическую музыку, а ведущие читали стихи. В результате официальный праздник в честь матерей и беременных женщин учредили в 1998 году. Традиционно его отмечают в последнее воскресенье ноября.